Так, сегодня понедельник, 19 августа. Мы опять приехали в Чикаго. Сегодня у нас последний день здесь. Завтра уезжаем уже в Милуоки. Итак, последний день. Наша задача покататься на великах по городу опять. И сейчас мы хотим выдвинуться, покататься на набережное озера Мичиган. Здесь как раз зоопарк рядом и парк, соответственно, там беговые дорожки всякие, велосипедные дорожки, яхтенные, марина, там яхты стоят всякие. Ну, в общем, поедем, сами все посмотрим. Вот мы подъехали к парку, вот он начинается уже здесь. Он огромный, поэтому можно здесь кататься и кататься. Вот здесь нас встречает фонтан красивый. Ладно, поехали. Здесь спят люди, прям под мостом. Внутри парка есть такой вот внутренний водоем с ряской, вот заросший. Но тем не менее здесь есть как беговые, так и велосипедные дорожки. Кстати, в этом парке очень много бездомных, в палатках стоит. Но как бы очень большое отличие то, что здесь все как-то вокруг них аккуратно. То есть нету разбросанного мусора. Не видно никакой грязи, каких-то банок, кульков. Просто такое чувство, что люди стоят на кемпинге. Тут вот бездомные такие какие-то аккуратные. Непонятно, то ли они сами за собой ухаживают, то ли кто-то за ними. Приходят какие-то службы, стригут им газон, убирают мусор возле них. Но как бы довольно-таки все опрятно выглядит. А вот здесь уже начинается вход в зоопарк. Я не похоже, что это какой-то основной вход. Возможно, здесь есть главный вход где-то в другом месте. Но вот здесь людей обыскивают, проверяют, нет ли запрещеночки. Но нам в зоопарк не надо, мы уже были миллион раз в зоопарках. Все-таки я решил быстро заскочить в зоопарк, потому что вход сюда оказался бесплатный. Он, в принципе, довольно небольшой, потому есть возможность быстренько пробежаться и посмотреть всяких животных. Здесь какие-то рогатые. Вот горилла кушает бумагу по какой-то причине. Давай, покажи нам, как ты кушаешь.
бумагу. Вот этот коробок бумажный берет и кушает. По непонятной причине. Левицы лежат прямо на застёгнутом. А им главный королев, он отдыхает там. Любые практически 24 часа в сутки спят. А это вот японские макаки, которые чешут шорстку друг друга, проверяя ее на наличие всяких блох. Какой-то они за вольерчик. Тут даже белые медведи есть. Бедные, они тут просто от жары изнемогают. Детеныш гипопотамы. Первый раз вижу такого маленького гипопотама. А вот и жирафы. А это вот, наверное, сурикаты, либо как они там называются. Зоопарк Линкольна в Чикаго довольно-таки неплохой зоопарк, но он небольшой, его можно там пройти за 2-3 часа. А здесь есть даже белые медведи. Я реально увидел белого медведя. Сейчас лето, жара, и они там бедно изнемогают от жары. Вот, ну там им насыпают лед, там у них есть холодная вода, они там могут всегда охладиться. Также есть много видов обезьян, там от горилл до всяких макак. Что еще такого? Всякие бегемоты, но основные львы там тоже есть. За стеклом их очень хорошо видно, они прям ложатся рядом со стеклом, и люди за ними наблюдают. В общем, как для бесплатного зоопарка, довольно-таки неплохо. Все основные виды животных представлены. Вот. Но это не самый лучший зоопарк из всех, которых мы видели. Ладно, мы здесь уже закончили. Сейчас выходим из зоопарка и будем двигаться в сторону озера. Так что увидимся там. Наконец-то мы добрались до Чикаго Лейк. Выглядит вообще как море или даже океан. И цвет моря прям такой зеленый, чистый, красивый. Прям один в один, как где-нибудь там Средиземное море или Карибское.
двигаемся дальше. На этой пристани. А вон там он уже красавец, даунтаун Чикаго.
Да, тут реально приятно вот сидеть на берегу озера и смотреть, тут вот, любоваться на город Чикаго Даунтаун. Некоторые даже приносят сюда холсты и вот рисуют живописный город. Волны выпрыгивает за пределы. Это невероятно. Меня чуть не снесло. Охренеть. Если бы не этот волнорез, тут бы снесло все нафиг. Только что с ног до головы меня просто волной накрыло. Это все не море и не океан, это все обычное озеро. Но правда оно не обычное, оно гигантское. А вон и Борис. Физкульт, привет. Здесь купаются, блин, нафига себе. Блин.
Вообще нет такого чувства, что это озеро. Вообще, просто океан открытый. Да, единственное, что вот запаха нету, вот соленого этого, морского, водоросли, да. А так вообще ни за что не догадаетесь. А вон он, даун-даун, даун-даун.